Когда говорят о премиуме в больших кроссоверах, имеют в виду не только мощный мотор или дорогую отделку салона. Настоящий уровень премиум-класса проявляется в поведении автомобиля на дороге. Как он держит крен, насколько он устойчив в поворотах и насколько плавно проходит неровности. Большой гибридный кроссовер, который в повороте ведет себя так, словно его кузов выкован из цельного монолита. Никакого крена, никакой раскачки, ни малейшей попытки сорваться с траектории. И самое поразительное – это не спорткар и не трековая модификация. Это премиальный семейный кроссовер из Китая Zeekr 9X, оснащенный одной из самых продвинутых подвесок в своем классе. Поведение 9X на дороге – одна из его главных фишек. Активные стабилизаторы превращают этот большой и тяжелый кроссовер в удивительно уверенный и послушный автомобиль. При этом они работают не как обычные стабилизаторы, которые просто ограничивают крен кузова. Система управляет положением машины в реальном времени, предугадывая, что произойдет дальше. Давайте разберемся, как эта технология работает и почему именно она делает Zeekr 9X настолько уверенным в поворотах и маневрах, что кажется, будто он нарушает привычные законы физики. И это далеко не просто улучшенная управляемость, как пишут в пресс-релизе. На деле это сложная система умных механизмов, которые постоянно мониторят состояние автомобиля, считывают ваши действия и мгновенно подстраивают подвеску, предугадывая реакцию кузова еще до того, как произойдут крены или смещения. Чтобы понять всю гениальность системы, нужно сначала представить обычный стабилизатор – это цельная металлическая штанга, которая связывает левое и правое колесо на оси. Когда машина входит в поворот, одно колесо нагружается, другое разгружается, и штанга скручивается, уменьшая крен. Но у активной системы все иначе. Zeekr 9X использует электромеханические приводы, встраиваемые в стабилизатор, который может заранее изменить крутящий момент или даже разомкнуть связь между сторонами подвески, а также создавая противодействующий момент. Десятки датчиков постоянно собирают данные – скорость, угол руля, ускорение, положение кузова, профиль дороги. Центральный компьютер просчитывает ситуацию наперед и понимает, что вы собираетесь делать. Спокойно ехать прямо или войдете в резкий поворот, перестроитесь или же появится боковой ветер. 48-вольтовые электромоторы в стабилизаторах создают противодействующий момент до 1400 ньютон-метра за 0,2 секунды. Электромеханический привод натягивает или ослабляет стабилизатор на нужную величину. Это происходит заранее, еще до того, как кузов начнет наклоняться. Когда Zeekr 9X входит в поворот, активные стабилизаторы мгновенно создают противодействующий момент, удерживая кузов почти идеально горизонтально. Даже при резком маневре и массе свыше 3 тонн кроссовер остается исключительно устойчивым и послушным. При этом на прямой дороге машина не превращается в жесткий спортивный болид. Когда дополнительная жесткость не нужна, система автоматически ослабляет стабилизаторы, делая ход подвески мягким, энергоемким и комфортным. В результате создается впечатление двух автомобилей в одном – спортивная управляемость при активной езде и премиальная плавность хода в обычных условиях. Важно подчеркнуть, что 48-вольтовая система активных стабилизаторов Active Anti-Roll Bar доступна не во всех версиях Zeekr 9X. Она устанавливается исключительно на топовых комплектациях Hyper и Black Edition, стоимость которых на родном рынке составляет 79 300 и 85 000 долларов соответственно. Активный стабилизатор поперечной устойчивости в 9X – это не просто игрушка для спортивного руления. Он работает в тесной связке с адаптивной двухкамерной пневмоподвеской, регулирующимся клиренсом от 178 до 288 мм и электромагнитными амортизаторами CCD. Система повышает устойчивость даже при пробое колеса на высокой скорости. Помогает удерживать траекторию при сильном боковом ветре и в некоторых ситуациях может частично поднять сторону кузова для сохранения контроля.
В составе комплекса умная подвеска плюс автопилот с датчиками, стабилизатор способен мгновенно приподнять один борт на 80 мм за 0,2 секунды, если фиксируется угроза бокового удара. Благодаря этому сила удара приходится не на двери и стойки салона, а на усиленный порог и нижнюю часть кузова, существенно снижая риск деформации салона и повышая безопасность пассажиров. И именно эта технология демонстрирует, насколько основательно Zeekr подходит к созданию своих автомобилей. Здесь не ограничиваются мощными электромоторами и впечатляющей динамикой. Компания разрабатывает полноценную систему управления движением, которая превращает тяжелый кроссовер в машину с удивительно легким и уверенным поведением на дороге. Разработчики поместили в Zeekr 9X практически все, что можно ожидать от современного премиального кроссовера. При этом запас хода только на электротяге превышает 300 км, хотя это не чистый электромобиль. Мощность впечатляет. Гибридная установка выдает суммарно 1380 сил, а разгон до 100 км в час занимает всего 3,1 секунды. Но фишка не только в цифрах. Салон – настоящий бизнес-класс на колесах. 6 мест с капитанскими креслами, отделка кожей Napa и натуральным деревом, подогрев, вентиляция, массаж и даже режим Zero Gravity, создающий эффект невесомости для максимального комфорта. Передние ряды оснащены большими дисплеями и проекционным экраном для водителя. Задний ряд превращается в мультимедийный кинотеатр на колесах. Технологическая начинка тоже впечатляет. Умные ассистенты, автопилот третьего уровня, лидар-датчики, усиленный каркас и защита батареи обеспечивают высокий уровень безопасности и умное управление. Zeekr 9X – это полностью продуманный, интеллектуальный флагман, который задает стандарты премиума, делая технологичный комфорт доступным не только избранным, но и широкой аудитории современных автолюбителей. И это подтверждают реальные цифры. В ноябре 2025 года Zeekr 9X стал лидером продаж в Китае среди больших кроссоверов стоимостью свыше 70 тысяч долларов. В итоге Zeekr 9X – это настоящий бунтарь на рынке гибридных премиальных кроссоверов. Сочетает люксовый комфорт, космическую мощность и умную эффективность в одном кузове. Он для тех, кто хочет все и сразу. Передовые технологии, кайф от вождения и гибридную свободу, без компромиссов. Настоящий флагман, который переворачивает представление о премиальных кроссоверах. Ну что, друзья, если вы доехали до конца видео, значит, вам точно понравилось. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры. Лайк, как полный бак. Заряд энергии для нас. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Мы желаем вам крутого настроения и удачных поездок. До следующего видео на нашем канале.